Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что мы работаем в особых условиях. Если у кого-то нет маски, аппарат прошу обеспечить. Роман Геннадьевич, у вас маска есть? Будьте добры, наденьте ее, пожалуйста. Коллеги, мы начинаем нашу работу в этом сезоне уже в полном составе, в количестве 52 человек. 23 июля избирательной комиссии Красноярского края было принято решение о передаче вакантного мандата депутата законодательного собрания края Королеву Владиславу Владимировичу. И на дополнительных выборах по Ачинскому одномандатному избирательному округу номер 11 и Норильскому одномандатному избирательному округу номер 21 депутатами законодательного собрания избраны Чернышенко Владимир Николаевич и Захаринский Юрий Николаевич. Давайте поприветствуем их в новом качестве и пожелаем здоровья и успехов в работе, а я, как положено, вручу удостоверение нашим новым коллегам.